В 2019 году на территории Верхнеуральского района пройдут выборы. 8 сентября в единый день голосования в Челябинской области запланированы выборы губернатора. Также в этот день в Верхнеуральске, Керсинском, Петропавловском и Карагайском поселениях состоятся дополнительные выборы депутатов советов поселений. 19 мая пройдут довыборы депутатов в местные советы Сурменевского и Межозерного поселений. В конце февраля на заседании Политсовета Верхнеуральского отделения партии «Единая Россия» был дан старт предварительному внутрипартийному голосованию. На этой неделе праймерис прошли в Межозерном и Новоурлединском, где определились достойные кандидаты. Именно они будут бороться за депутатские мандаты 19 мая.